В Бобруйске у меня есть чувство родины. Все это я осознал с возрастом. Когда жил в Бобруйске, не понимал этого. У меня всегда с собой фотографии, где я и мои любимые люди запечатлены в Бобруйске. Руслан Алехно. Где ты фотографируешься? С подружками, с родителями? Возле Ледового. Ну, я думаю, парк. Площадь Ленина. Сычкова. Там тоже этот паровоз интересный. В парке. На аллеях. Возле памятников. Каких? Бобру. На фоне храма. Ну, в парках, на природе. Кстати, наверное, по старому Сычкову ездят на мост, но через Фондок речку. Но большинство, как я знаю, возле танка Бахаров. В основном там вот любят. А так у нас, ну, возле, не знаю. Когда молодожены, когда вот свадьба, так там везде у вечного огня. Ну, чаще всего, конечно, здесь, в парке, наверное, на площади Ленина. Ну, красиво, конечно, где всякие исторические там места, достопримечательности. Да. Где еще? Возле Бобров? Возле Бобров, вот, да, это точно. Но возле Бобров. Это не только в Ручанях. Возле Шуры Балаганова на Червоной Веже, возле Бобра. Ну, такие самые, наверное, интересные места. Возле Ледового дворца еще очень интересно. Только у нас в Бобруйске студентка Московской гуманитарной академии не просто красавица и спортсменка, но и победитель конкурса молодых специалистов по профессии машинист крана. А будущий экономист-менеджер лучший среди слесарей-фрезеровщиков. Почему рабочие профессии не пугают наших бобруйских ребят? И как достигаются вершины мастерства? С этим вопросом мы отправляемся на Белшину. Евгения помнит точную дату своего прихода на механический завод 10 мая 2007 года. И вот уже 7 лет она машинист крана. Почему именно эта профессия? Ведь современные МСП стремятся работать в престижных фирмах, организовывать свой бизнес. А ответ очень прост. Я здесь проработала, на этом же месте, на этом же заводе. Мама 15 лет. Получается, по стопам мамы. Женя говорит, что кроме преемственности поколения, определиться с выбором профессии и убедиться в его правильности помогли и помогают ежегодные конкурсы профмастерства среди молодежи разных профессий. Кстати, на последнем девушка заняла почетное 4-е место. Но главное не участие, а возможность набраться опыта. То, что мы попали на этот конкурс благодаря нашему правкому ООО «Белшины», который отправил нас на этот конкурс. Которые организовывают такие вот мероприятия, которые мы можем проехать на другие предприятия и посмотреть тоже так же на людей. Параллельно Женя учится на экономиста-менеджера в Московской гуманитарной академии. Считает, что это пригодится будущему управленцу. У девушки вполне конкретные планы карьерного роста, но менять родной завод на купола Первопрестольный не собирается. Специальность идет этот экономист-менеджер управления экономикой предприятия. Планирует дальше продолжить карьерный рост на этом предприятии. Ее однозаводчанин Алексей пришел на Белшину годом позже учеником слесаря. А сегодня он уже слесарь 5-го разряда и бригадир. Ему, как и Жене, некий старт придал все тот же конкурс профмастерства. На нем молодой человек понял и воочию убедился – нет предела совершенству. Конечно, познакомился с другими участниками, сравнил свои силы, посмотрел, как другие принимают участие, как они работают. Ну и приобрел для себя какой-то, качество новое, что надо к чему-то стремиться, что есть достойнее, что надо быть лучше. Леша категорически не согласен с рассуждениями о падении престижа рабочих профессий. Он уверен, нужно делать то, что любишь, и любить, что делаешь. Есть у каждого свое призвание. Каждый должен стремиться к своей профессии и работать там, где ему больше нравится и его лежит душа. Вот, допустим, мне нравится работать с механизмами, с инструментом, режущим и всем остальным. Поэтому я выбрал этого направления. Леша считает, высшее образование, полученное в Институте управления предпринимательством, и практический опыт работы помогут стать ему грамотным руководителем. Есть такие планы у парня. Поработав слесарем, я набрал основную базу, которая
при помощи моей получения высшего образования поможет в дальнейшем руководить не только людьми, но еще и подсказывать данной работе и помогать молодым специалистам. Вот такие они разные, похожие. Наши бобруйские заводчане работают, строят планы на будущее. А ведь будущее именно за такими ребятами, как Женя и Леша. Наш Бобруйск – город театральный. Без малого 200 лет выходят на бобруйские подмостки актеры. Говорят, у нас настоящая театральная альма-матер и колыбель ведущих белорусских театров в одном флаконе. Но обо всем по порядку. В честь Международного дня театра углубимся в историю. Бобруйские к театру всегда относились с трепетом и любовью. Есть даже знаменитая фраза «Бобруйск – город маленький, но очень театральный». Зарождался Бобруйский театр 2 века назад. Был театр при иезуитской коллегии в 18 веке, о том, что был еврейский театр, о том, что было очень много всяких самодеятельных кружков. Например, в 1869-м именно Бобруйск изменил творческую судьбу Марии Савиной, знаменитой русской актрисы. Ей даже пришлось срочно вводиться вместо кого-то в какой-то спектакль. Это был первый ее ввод как актрисы. Есть ее свидетельство в воспоминаниях. В начале 20 века Бобруйский театр занимал 2-й этаж пожарного депо в одноименном переулке. Делать честь было прийти на спектакль, посмотреть. А потом обязательно устраивался какой-то там вечер, там банкет, там балы, знакомства. Собственное театральное здание появилось у нас в 1932 году. В нем работала труппа Владимира Кумельского. И на основе этой труппы был создан русский драматический театр. На основе его был создан вот тот самый ныне существующий русский национальный академический театр имени Горького. В 1938 году был организован колхозно-совхозный театр для обслуживания сельского населения. А вот после восстановления поврежденного во время Великой Отечественной войны здания в 49 году театр стал Бобруйским областным. И очень скоро этот театр после удачных гастролей в Гродно был переведен в Гродно. Это явилось основой Гродненского областного драматического театра. И только в середине 50-х в Бобруйске снова появилась собственная театральная труппа. Не так много всего сохранилось. Но вскоре часть актерского коллектива пригласили в Минск. В 70-м году на его основе был создан государственный театр музыкальной комедии, переведен в Минск. А здесь Могилевский областной театр драмы и комедии. С 77-го года мы носим имя Винцента Ивановича Дунина-Марцинкевича. Он мне еще будет говорить, что мне делать? Нет, ну вы слышали? Театр с такой богатой историей просто не может существовать без собственной мистики. Многочисленные ремонты привидениям не понравились, говорят в театре. Иногда такое ощущение, что там кто-то вот проходит по коридору. Но вот кто это и зачем он ходит? В этом году наш театр не отступает от своих традиций. И с Днем театра своих зрителей он поздравит комедийной постановкой «Дом вверх дном». Почему комедия? Это отличительная черта нашего бобруйского зрителя, говорят в театре. Таким подарком радуются и каждую премьеру ждут с нетерпением. А пока театр любим зрителям, он жив и востребован всегда. Улыбайтесь, господа, сейчас вылетит птичка. Когда на бобруйских улочках впервые появился человек с фотоаппаратом, жизнь в городе изменилась безвозвратно. Как наш Бобруйск едва не сгорел из-за постановочной фотосессии? И кто они? Первые бобруйские папарацци? Давайте вместе полистаем старые фотоальбомы. Когда в Бобруйске появились первые фотографы, точно неизвестно. Но уже в конце 19 века фотодело в нашем городе процветало. Офицеры Бобруйской крепости, зажиточные горожане и купечество – постоянные клиенты первых фотоателье, оборудованных по самому последнему слову техники. Например, на улице Шоссейной фотоателье Левина.
И на обороте, на паспорту очень вообще красиво в стиле модерн, который тогда был популярен. Это с 1910 года в Бобруйск пришел модерн. Они очень красиво оформлены. На паспорту тоже отпечатки, оттиски наград его работ, которые он получил вот на одной из всероссийских выставок. Обязательное отличие – собственная печать на обратной стороне карточки. Вот фотографии Козлина. А это Рендель. Он изображал собственную фотокамеру с мехами. После революции частники переорганизовались в фотохимы или артели. Например, в книге «Вниз по шоссейной улице» наш летописец Абрам Рапкин вспоминает глухонемого фотографа Рубина, настоящего мастера сюжетной фотографии. Когда хотел снимать пожарников в Титовке, пожарную команду, тоже даже им намекал, что хорошо бы их снять во время пожара. Но они сказали, тогда сгорит пол Бобруйска, не получится. Фотография становится групповой. Трудовые коллективы почти вытесняют художественный портрет. А вот сами фотоаппараты перестают быть редкостью. И в Бобруйске рождается новое хобби. Это в наше время купил фотоаппарат, и ты уже фотограф. А раньше, несмотря на название «любитель», сложность этот фотоаппарат был отнюдь не любительской. Во-первых, здесь два объектива. Попытаемся снять крышечку. Соответственно, птички должно вылететь две. А вот пленочка заправлялась, сейчас покажу, шахтовым методом. Итак, улыбаемся. Сейчас вылетит птичка. Скажите «сыр». А нажимать на что? Ну, неважно. Но студийная фотография у нас сохранилась. В Бобруйском доме быта фотоателье появилось еще в конце 30-х годов. Красоту ничем не испортишь. Даже цифровым фото. Вот мне очень нравится пленка. Чуть-чуть бочком. Так, ниже головку, ниже не стираем высоко. Чуть-чуть сюда. Веселее немножечко. Сменилось здесь множество фотографов. Аппаратура стала цифровой. Но есть еще люди, которые приходят сюда не просто за фотографии на документы. Женщина как для себя подарок. Каждый год она фотографируется. Есть такая клиент. Мужчина, мужу, наверное, за 80, под 90. В течение 3 лет, через 3 года он каждый год приходит и фотографируется. Приходил с внучкой. Фэт, любитель, смена, зенит. У настоящего фотографа от этих названий сладко замирает сердце. Ведь есть в пленочном фото какая-то харизма, ощущение остановленного времени и ценность одного момента, который уже не повторится. Одной песчинки в вихре повседневной жизни достаточно, чтобы чьи-то пути пересеклись, сказал писатель Гийом Мюссо. Сегодня такой песчинкой в вихре вашей жизни стали мы, творческая группа программы «В городе Бобруйске». Искренне надеемся, что вам с нами так же интересно, как и нам. До встречи через 2 недели.